Здравствуйте, меня зовут Молдагалиев Мурат. Я являюсь председателем правления общественного объединения «Атамын Аманаты». Наша цель – увековечить память каждого участника Великой Отечественной войны, призванного из Казахстана. Война до сих пор откликается болью в наших сердцах. За годы войны было призвано более 1,5 миллиона казахстанцев, свыше 600 тысяч из которых остались на полях сражений. Пропавшими без вести числится более 270 тысяч солдат и офицеров. Их судьба трагична. Их до сих пор ждут дома. Ждут любой весточки о своих отцах, дедах, прадедах. Связь с предками для казахов – это неотъемлемая часть их жизни. Пословица «Оле риза болмай, тере баймайда» лишний раз подтверждает ценность этой неразрывной нити между поколениями. Поэтому возвращение каждого воина-казахстанца в свою семью и род – это восстановление генетической памяти, основы менталитета казахского народа. Эта тема коснулась и моей семьи. Мой дед Молдагали ушел на фронт в 1941 году и пропал без вести, защищая город Ленинград. В этом году, спустя 77 лет в нашей семье, произошло чудесное событие. Нашлось письмо моего деда, которое он адресовал своему сыну, моему отцу. Это стало возможно благодаря работе уникального поисковика Гульнар Нурмухамедовой. Ленинград, 15-й батальон, 25 июля 1942 год. Балам Жанатай. Амансау, денсаулықтың арқасында жүріп жатқан боларсыздар. Майраштың, апаңның дендері сау ма? Ал мұнда, бізден амандық білмек болсаңыздар, бізде аманбыз. Өкімет пен партияның тапсырғанын ойдағыдай орындап жатырмыз. Қасымдағы жолдастарым да аман. Амандық болса, жауды құртып елге барамыз. Қайыр хош. Елдегі жандарға тегіс сәлем айт. Төмендегі әдреске тез хат жазыңдар. Ленинград, 15-ші батальон, 25 июль 1942 жыл. Бейсенбаев, Молдагали. Это письмо окончательно определило смысл моей жизни. Я стал замечать, что тема поиска своих предков живо откликается в сердцах каждого казахстанца. Фактически, каждый казахстанец ищет своих невернувшихся дедов. На протяжении 80 лет поиск всегда велся в самых различных направлениях. Это и поисковые отряды, которые выезжали на места боевых действий. Это и военные генеалоги, изучающие и выстраивающие боевой путь воинских частей. Это и ученые-историки, которые по крупицам восстанавливают судьбу по архивным документам. Это и энтузиасты-поисковики с уникальным опытом поиска сведений в закрытых базах данных, расположенных по всему миру. Сегодня настало время объединить все наши усилия,